В преддверии Дня Победы представители городских властей начали вручать ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла денежные вознаграждения и подарки. К поздравлениям также присоединились общественные организации и предприятия города. На этот раз представители администрации Ленинского района, Красного Креста и Белпочты навестили 95-летнего Георгия Васильевича Жарникова. Участник Трудового фронта с утра до ночи проводил на судоремонтном заводе далеко в Сибири, на реке Лене. Работал токарем. Как в 42-м году 15-летний мальчишка стал станком и 55 лет вышел на пенсию. У нас там рано выходили для 5 лет. 40 лет я стоял у станка. Вот так честно отработал. Все пятилетки досрочно выполнили. После окончания трудового пути переехал с женой в Беларусь к сыну. Сначала в Скидель, потом в Гродно. Здесь о нем всегда помнят. У ветерана множество юбилейных наград. А за доблестный труд в Великой Отечественной войне Георгий Васильевич награжден особой дорогой сердцу медалью. Она напоминает о его дороге из нелегкого военного и послевоенного прошлого в спокойную старость и процветающую страну. И сегодня ветеран благодарен, что помнят, навещают и помогают. У нас в районе в Ленинском 27 ветеранов. К каждому мы дойдем, потому что это память. Тот, кто помнит историю, того есть будущее. Каждый ветеран получит от 85 рублей до 2000 рублей от своего участия в Великой Отечественной войне. До каждого. Еще раз повторю, до каждого мы дойдем. И почта с нами совместно принесет эти выплаты, которые положены от государства.